Здравствуйте! Всем пламенный привет из деревни. Сегодня вторая часть видео «Скворечник с секретом». Как вы уже знаете, я установил скворечник. Вот он перед вами, там уже сидит скворец. Закрепил туда веб-камеру, подключил ее к компьютеру, чтобы наблюдать, подсматривать за тайной жизнью скворцов. И долгое время я ждал, беспокоился, прилетят ли скворцы вообще, заселятся ли в этот скворечник. Ну и вот, все-таки в начале апреля, или даже где-то в середине апреля, скворцы все-таки прилетели. Самец скворца активно пел возле скворечника. Вскоре появилась и самка. И плодом ихней любви стали вот эти 5 нежно-голубых яиц. Птицы их насиживают, но иногда покидают гнездо, чтобы, очевидно, справить какие-то естественные надобности, покормиться, попить, ну и просто проверить, все ли спокойно на их гнездовой территории. Вернувшись в гнездо, самка, ну или иногда самец скворца, продолжают парить или насиживать яйца. В среднем на это у них уходит 2 недели. И я предполагаю, что уже очень скоро здесь, в этом скворечнике, появятся птенцы. И это будет означать, что третью часть видео «Скворечник с секретом» вы, очевидно, скоро увидите. Ну а на этом пока. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Если вы считаете, что этот видеоролик был интересен вам, поставьте лайк, так как это очень сильно продвигает видео в поисковых системах, и это видео смогут увидеть другие зрители. Ну и все. До свидания!